мешает планам Евгения Минченко этот мяч забить. А Торнвелл... Так, Торнвелл, вы посмотрите. В проходе Минченко вылетает на подстраховку. Торнвелл, свободный оброс на Хэммонса. Торнвелл после передачи. Четвертой четверти саранский автодор. Ну что, трёхка, которая может... Алексей Швед был, у которого аэропортером сзади линии. Убивать время в атаке. Сидериус Торвелл. Идет сдваивание, разворачивается с дуб. Работать один в один. Доминик с дальней дистанции не забивает. Тогда казалось, что у Доминика Мавры дальние трехочковые получаются лучше. Есть возможность попытаться продавить очень маленько. Нужно принимать решение. Торнвелл говорит, я сам разберусь, дайте мне возможность войти. Работал он также и с главным тренером основной команды Зенит. И... 16,2. Раз не забивает, и классная работа от Пронаускиса. Торнвелл! Потерять мяч, Ньюман, Асендериуса Торвелла, кто-то... Реализован в трехочковых, и сейчас остается одним. Асендериус хорошо начал эту встречу, еще одну трешку пробует и забивает. Санна Доминика Мавра, Асендериус Торвелл, он сегодня... Кто один здесь, Асендериус Торвелл, может быть... Но вот сейчас почему-то до Виньялиса мяч не доводит, зато... Беленков защищается против Торнвелла, тот разворачивается и два очка. Казанский Уникс. Ну а Мавра делает пас на периметр. Дэвис персонально действует прямо сейчас, а не пусы. Пытается не пустить его в лицо. Диев, и это первый блокшот сегодняшней встречи. Синдериус. Навить быстроногого Джонсона. Торнвелл. Как не верить в команду, когда у ее руля Зоран Лукич. На расстоянии трех бросков они располагаются. Торвелл с получения туда. Россия сейчас является тренером сборной России. А пока Торнвелл. Хорошо двигает. Время. Два владения разницы. Торнвелл один в один. И два. Два очка. Плоды. Это обороняли саратовцы. Торнвелл два. На Торвелла. Помогает Кэмон за слоном. Торвелл отправляет мяч. Дуги для Джалина Рейнольдса. 4 из 4 у него было. Перкинса здесь входит в контакт с Алексеем. Классно работает в обороне. Торнвелл, разворот. У нас 2 минуты уже. Метр до дуги. Было близко, но не точно. Торнвелл первый на подборе. Он, кстати, против МБА в среду сделал 13 подборов. Хэммонс на Торнвелла. Против него Мартин. И отличный два. Сжать кулачки, потому что победа еще у них не в кармане. Один в один. Синдериус издали. Попадает. Торнвелл пользуется габаритами. И все-таки... Через хендов. Торнвелл. Дальней дистанции. Торнвелл. Мавра. Торнвелл с логотипа попадает. Торнвелл пытается разобраться со Ставковичем. Тот закрывает лицевую. Торнвеллу приходится бросать с отклонения. Для себя манере, я бы сказал, не слишком-то эмоционально. Это все встречает. И... Вручает Мавра. Его третья трешка в этом матче. Также не... Наверху. Торнвелл. Вот кто не... Снайперы поднимаются из углов площадки и получают мяч через хэндоф. И снова борьба за подбор. Торнвелл успевает вытащить этот мяч. Там же пойдет под кольцо. Гаврилов. Сидериус Торнвелл против Филиппа Хаса. Тяжелейший. Не удается сейчас сделать заброс на Минченко. А здесь будет решать один в один. Это всегда было сильный старт. Уйти на последний перерыв в роли лидера. Давайте посмотрим. Торнвелл! Продолжает свою атаку. Торнвелл мимо. Подбор. Завершение. Снова был Федоров с мячом. Не стал бросать. Это делает Синдериус Торнвелл. Центрил Беслыч против маленького Игдушан Беслыч. Петенев на Хэммонса. Рейшон из... В игре Автодора Доминик Мавра и работает раз. Я все равно кажется, что защита с ним в целом-то справляется. Шел один в один обыгрывать Барфорда. Скинул на Синдериуса Торнвелла. Тот в тяжелом проходе и мяч. Олега Киселева стоял. Синдериус Торнвелл через руку. Сейчас держит
Доминика Мана. А это Торн. Петенева. 3 секунды на бросок. Торнвелл идет сам и забил. Петербург. Автодор снова отбивается. Торнвелл с дальней дистанции. 67-60. Пора Автодора включать. Ответ. Быстрое нападение саратовцев. И 2 очка. Сразу было не выбросить. Торнвелл обыгрывает правый. Торнвеллом Синдериус против Воронова. В левую сторону обходит и правой ручкой. Выражению его лица. Он только начал. Но в ответ с мячом Торнвелл. Синдериус по сирену. И тренер по физподготовке. Калинин тоже работал тренером по физподготовке. Дальше через Торнвелла. Тот идет влево. Петенев из-за дуги. Петенев... Классная, классная передача. Эпизод с Рейнольдсом. Что их, во-первых, не нужно было фалить, а во-вторых... Бегать без защиты и только включаться в плей-офф. Единственное, в ВТБ это невозможно, и такие игроки, как... Высокий заслон через Хэммонса. И Хэммонс 2. Заброс под кольцо, и здесь уже выбери, и сейчас нужно бежать защищаться. Балдеев передачи тот. Одну, один бросок оказался точным. Ну и со средней дистанции шутку раззадорить всех игроков на площадке. Торнвелл против Димитриевича. Хорошая скидка и галва. Астана 15 декабря дома встречалась в паре Нижний Новгород. Рейшен Хэммонс. Хэммонса не стал один в один. Потери. Все заканчивается. Бежит Фридзон. Но здесь и Синдериус. Торнвелл, который... В нападении. Пари НН. Брайан Аллен. Наведение. Мяч теряет. Отправляется Торнвелл. В быстром отрыве. Находится на 3-м месте в лиге. По результативности. Перехват от Торнвелла. Будет ли бить сверху Синдериус? В режиме. Это быстро атаку прочитал, пробежал. И то же самое делает Торнвелл одной рукой. Быстро махает. Прямо сейчас Андерсон. Андерсон со степбэка. Крыто по периметру. Хорошая скидка на периметр. Роданов. Лучше бы... Астана имеет возможность вырваться сейчас снова. Вперед все. И Автодор, конечно, тоже прощает. Трушкин. Хороший вход. Голдырева того закрывает. Дмитриевич и Нено смахивает этот мяч, но Торнвелл. Получается против игроков задней линии. Трешка из угла и блокшот. И уже минус 18. Карвелл Андерсон и блокшот. Джавонта Хокинса. Ребич. А вот здесь я сдох. Фрейзер. С мячом достаточно быть даже 3-4 минут для Ротена Мейса. В этом розыгрыше Лиги ВТБ, конечно, тяжело тягаться по части набранных очков с Монсона. Мурзагалиев снова в этой же точке прямо сейчас находит. Небольшое преимущество в 6 очков. Пас на Мартюка не прошел. И все закончилось потерей. Хилл на Джуэна Моргана. В четверти играли подопечные Миленко. Кольцу Автодора сейчас угрожает. Этот раз не атакует, а вот Барашков свеженький, правда, накрывает его Торнвелл. Второй блок.